Да. Уж. У меня 20-го кредит, 19-го день рождения, юбилей. Мы в тюрьме. Отправляй. Мне-то что? Надеюсь, это будет не бомба. Двадцать лет? Мне 20 лет? Я метиска. Диска. Диска. Бонни. Бонни, ты где? Да отправляй, что хочешь. Я не принципиально. Украинка с русской, молдаванкой, казачкой, немкой и татаркой. Смесь бульдога с носорогом, ебанько. Торт с пивом? Нет. О, Андрюха, здорово. Не, визу мне не надо отправлять. Мне некогда отдыхать далеко так. Лучше доллар или евро. Где, чё у вас там? Я сама себе все куплю. Дирхам? Это что такое? Пусть поменяет, значит, в нормальную валюту. У нас такие, мне кажется, не меняют. У нас таких нету даже. Ладно, все, не надо, хватит мне лапшу на уши вешать. Пусть отправят мне столько, чтобы я тоже не знала, что такое кризис. Вообще-то я сегодня встала в 8 утра, отвезла сына в садик, съездила, забрала памперсы, купила селедку, купила яйца, хлеб. Корм кошки еще взяла. Приехала домой, почистила селедку, поела и легла. Сейчас беру, мама знает, они подешевле. Брала семерку, а сказали, короче, семерку убирают с производства и типа сделали новые шестерку. Называется короче там какая-то
типа печать стоит, типа изменение, короче, там, типа новые памперсы, что-то забыла я, как называется. Не помню. Спасибо. Вот, я тоже, когда сидела в эфире, кто-то, не помню, кто сказал, типа, я ем картошку с селедкой. И вот после этого, типа, я тоже захотела. А у нас еще селедка очень вкусная. Мы ее, ну, а где я работала в пивном магазине, у нас вот этот шеф, он сам, короче, солит ее. Я вот у него в магазине сейчас покупаю, она прям персик прям. Я одна съела, наверное, больше половины селедки. Одной селедки. А я две купила. Ну, мы толчонку сделали. С толченочкой. Зачем запивать? Водой. Вкусный.